მაგალი გემოთი წეს მოძრაობას, ანაკარი, ანაკარი. ამ კიდე ეს კაცი ამოდის რა. Страпац, и страпеши მინდა რომ გაკეთდეს ეს ყველაფერი. Თუ დავდი, დამდგარი კალათბურთი მოკვდა ბიჭო საქართველოსში არა ვარ. ევროპის ჩემპიონატის უზემზადები. დაიმარჯოს საქართველოს. ორი 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 კაცი მოდის. შუაში ხარ. Украинская команда хорошая команда, они играют в дивизионе А, и мы хотели, что попросили, и хотели, чтобы с ними играли. И большое спасибо баскетболу Федерации Украины и Грузии. Мы товарищеские матчи сделали. Спарик Патрион очень хорошая команда Украины, и опять завтра будем играть. С учетом того, что мы всего лишь готовимся только 2 недели, в принципе, сыграли неплохо, как бы. Просто еще некоторые моменты, которые, ну, там, по комбинациям, в защите у нас, ну, некоторые проколы были, над которыми будем работать на следующих сборах. Результативность 101, но, как бы, есть еще другие компоненты, там, передачи, перехваты, как бы, которые в которых я не добавил в этом компоненте. Было много моментов, где можно было сбросить, я сам бросал. То есть, ну, много бросил, просто, чтобы попал, так получилось. Первая четверть так получилось, настолько хорошо получилось, что как-то не ожидали того провала, который получился, небольшой. Но самое главное, что смогли удержать этот, вот, тот провал, который получился, получилось его удержать и найти те слова ребятам, чтобы справиться. То есть и та защита, которую хотелось бы, которую мы тренировали, грузины предоставили нам ту же самую защиту, то есть было интересно поиграть с теми людьми, у которых темперамент, у которых желание, которые борются до конца. Вот. И в этой игре выстояли. Что на первый взгляд, чуть-чуть, конечно, физически мы, нужно еще, ребята, после сборов, после интенсивных тренировок, видно, что чуть подсевшь. Вот. И опять же, много ребят со скамейки мы не подняли, то есть играли теми, которым хотелось как бы выиграть. Вот. Но у нас еще впереди 2 игры. Которых мы постараемся посмотреть остальных ребят. Стараемся мы с ребятами так разговариваем, по ходу видим, что они перестраиваются, слушают, и поэтому большой необходимости. Если бы где-то уже был серьезный провал, конечно, брали бы тайм-аут. Вот. А так хотелось бы просто, мы даже во время тайм-аутов мы постараемся, чтобы и защиту, и нападение по ходу. То есть 2-3 слова, и ребята ориентировались, быстро принимали какие-то решения.